Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены. На ваших экранах YouTube-канал Боттербин. И сегодня мы будем играть в футбол против французской команды, которая называется No Religion. Не совсем нравится мне их название, поэтому я очень сильно попытаюсь их обыграть. Играть будем мы на сложности профессионал. И в своей команде я буду использовать таких игроков, как, ну вот из знаменитых перечислим, вратарь Зоммер, потом левый защитник Грималдо и Лукас Перес будет у нас центральным полузащитником. Ну, остальные не слишком известные футболисты. Вот форвард более-менее известный, это Диего Коста. Ну и Марата, нападающий из Испании, тоже как бы такой более-менее на слуху. Про остальных я мало что знаю. Итак, переходим к сеансу игры. Вот такой вот интересный мопс у нас в качестве эмблемы. Клуб наш называется Речица 1938. Вражеская команда, как я вам уже говорил, No Religion. И сейчас у меня вся надежда полагается на то, что во вражеской команде меньше сыгранность. Поэтому вот именно благодаря этому факту я надеюсь их обыграть даже на сложности профессионал. Хотя в футболе я профессионалом вообще никак не являюсь. Играю в него редко и не могу сказать, что сложность профессионал мне по зубам. Единственное, это, как я уже говорил, меньшая сыгранность во вражеской очень команде здорово, и все сошлось, чтобы создать великолепные меньшая звездность для проведения нашего матча. Я Георгий Черданцев, и со мной здесь на комментаторской позиции Константин Генич. Генич и Черданцев будут помогать мне комментировать сегодня. Очень скоро увидим футбол высшего уровня. Не так давно Squad Battles появился в FIFA и сразу же успел стать популярным среди игроков. Тут и хорошие награды, и интрига, и всегда очень интересные составы команд компьютера. Бывает, что состав с низким рейтингом вытягивает игры за счет пары скоростных игроков. И такого тут много. Надеюсь, форму будет отличить легко. Да. Благодаря тому, что у них темные рукава, ну, и шорты, нам легче будет отличать игроков. Защитникам придется сегодня выложиться. У меня полную маленечко подуставшая команда после предыдущих матчей, поэтому я не знаю, как они будут насчет скорости, в плане скорости. Хорошо, он с мячом вперед идет. Ах ты ж мать твою, вы видали? Почти гол, почти гол был. Круто, круто, круто. Схему 4-4-2. И заметь, что один из полузащитников будет играть под нападающими и поддерживать активную атаку. Вышел от нас мяч. Мяч за боковой линией. Вот теперь от них как-то что-то мы в аут играем. Вместо того, чтобы играть в ворота. Лукас Перес с мячом. Марата. Сейчас Марата идет на обострение. Ну, кто поможет? Кто поможет? Пока вашу мать? Сыгран, никто не помог. Марата не смог справиться с защитником. Да. Хотелось бы, конечно, более продуктивной игры от Марата. Знаешь, игрок невероятно техничный и изобретательный, но самый настоящий хулиган на поле. Все время задирает соперника. Он один из лидеров того Атлетика, который в 2014 году выиграл чемпионат Испании и достаточно неожиданно дошел до финала Лиги Чемпионов. Мурат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! К воротам убежать. Можно провести контратаку. Как говорится, если не забиваешь ты, забивают тебе. Что-то мне подсказывает, что могут мне сейчас плескануть. Но! Не-не-не-не-не-не-не, малой. Не-не-не. Нет, нет, нет. Я не позволю. Зомер, отлично. Молодец. Бывало, что Зомер делал игру. Когда вырываешься на один мяч вперед, и потом на протяжении всего матча
ворота твои бомбардируют, то Зомер, сколько Марата меня выручал, я уже сбился, сколько игр. Молодец, особенно если ему немножко подкрутить характеристики с помощью расходных предметов, там методика тренировки и прочее, тогда получается, что вообще он как Супермен практически. Посмотрите, как подкат исполнен. Вот, повтор. Ох, как подцепил. Да ты что? Это футбол, а не дзюдо, дядя. Ты что, совсем педали попутал? Опасный момент. Да выходи уже, выходи. А, отвлекся, отвлекся. Диего Коста. Вот сейчас меня за то, что я отвлекся, накажут. Хорошо, сейчас. Смотрите, как они прорываются к воротам. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Ай-яй-яй-яй-яй. Диего Коста. Не-не-не, Коста не пройдет по скорости, не справится. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Что-то... Совсем мы не можем. Ни они не забивают, ни я не забиваю. Мяч своей команде. Подавай! Неплохой был пас, но соперник... Ох, как опасно. Опасно мы сыграли. Очень опасно. Мурат. Диего Коста. Коста. Лукас Перес. Вне игру отдал. Нет? Будет? Да. Вне игры. Я думал, что безадресная передача такая длинная, через полполя, но тем не менее, видите, как технично. Нас спасает только то, что у них слабая сыгранность, иначе бы они уже давным-давно плесканули бы мне. Передача на Санчеса, Данило Перейра. Мяч перехвачен. Хорошо. Сыгранность сказывается. Сказывается. Хорошо, сыгранность. Перехваты, подхваты. Будь у врагов сыгранность хотя бы 58, я думаю, что уже счет на табло был бы в их пользу. Кстати, играем... Получается, мы играем у них дома. У команды No Religion, у французов дома мы играем. Не на нашем стадионе. У меня похожий стадион на этот, но я вижу, что даже газончик немножко... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну! Вратарь в прыжке тащит! Не понял. У них тоже тот же самый вратарь. Это только Foot Squad Battles может такое быть. В составе могут некоторые игроки совпасть. Это именно касается режима Foot Squad Battles. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, на профессионале вообще туго играется. Очень туго. Видите? И подкаты не проходят те, которые проходили на любители. Здесь уже... Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Своего же товарища по команде обвести пытался. Но надо было финтануть. Ну захотелось, Эх, вне игры, вне игры. Совсем чуть-чуть заступил. Вот сейчас повтор будет. Отличная была возможность для результативной атаки. Буквально там миллиметрик. О, отличный перехват. Ну, тут же потерял через секунду. Ну как же так, а? Как так? Отлично, Зомер на месте. В принципе, как и всегда. Он на месте. Но это уже совсем плохая передача. Видите, нужно видите, собраться. Насколько сказывается прикажет сыгранность будет, а вот... в точности паса и в точности снимает. Навесов. Лукас Перес. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Санчес тащит мяч вперед. Хорошо. Отлично! Зомер отлично просто спас. Можно сказать, в прыжке рукой вынес. Это просто фантастика.
Диего Коста. Лукас Перес. Хороший пас. Отлично. Обошли. Ну! Эй, а может свистнешь ты, а, товарищ судья? Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Судья, короче, мимо... Сквозь пальцы пропустил, как песок. Это нарушение. Ничего не получается сегодня в нападении у Диего Коста. Не идет. Слился с газоном. Да, согласен. Может быть, во втором тайме нам помогут замены. Будем замены делать. Продолжается наш матч. Второй тайм. Марата уже подустал, конечно, подустал. Чувствуется, что и скорость упала уже, и... Ногами он передвигает совсем не так быстро, как хотелось бы. Всегда легче и правильнее атаковать фланг. Санчес. Прокатиться по газону решил. Может тут получиться. Давай. Ну. Мората. Хави Мартинес. Алеш. Марата. Андер Эррера. Ходит мяч у них. Ну! Гол! Да ладно. Гол! Нет, не засчитали. Я видел, что было вне игры, чего они орать начали. Явно было вне игры, поэтому вратарь не ловил. Вот смотрите, идет пас. В момент паса на одну ступню буквально заступил игрок в положение вне игры. И вратарь, может, даже поэтому не стал реагировать на мяч. Ну уж не верю я, что вратарь такого уровня мог бы пропустить мяч, который катился на достаточно низкой скорости. Хорошо разыграно, навешивать надо. Да, это слишком сильно, мяч перелетел всех в штрафной площади. Появляются свободные зоны, самое время контратаковать. Отлично. Да как вне игры, ну как так, а? Что ж за херня такая творится? Марата что-то был совсем невнимательный. Уже и не мешал ему никто. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Ну, напал. Ну что ж ты? Во время ближайшей перекрывают. Игры произойдет замена. Перекрывают наши замены. Передачи. Нужно забивать и выходить. Отлично, вперед! Зомер. Мяч словно в очередной раз магнитит видно, просто к себе игра. Мячи. В атаке сегодня у обеих команд. Ох, Перес, как идет, встает, смотрите. Как молодая лань. Даже с мячом он умудряется обогнать. Задел мяч игрока и будет угол. Круто. Так, выпустим мы, ребята, Душина Тадича на поле. И посмотрим, может быть, чаша весов уже наконец склонится в нашу сторону. Очень на это надеюсь. Болдрин пускай немножко пока отдохнет. На короткие угловые разыграли. Ах ты! Марата. Ну что ж ты так слабенько, а? Интересно, угловой или нет? Дотронулся кто-то до мяча или не дотронулся? Нет, к сожалению, свободный удар от ворот. Аоки выпустили на поле наши соперники. Надеются они, что Аоки как-то им поможет. Заработать очки. Разгадали в этом матче. Соперника, они и завладели мячом. Напоминаю нашим зрителям, Санчес, что моя команда в белой форме. И за боковой мяч будут в принципе, как и всегда, я уже привык играть в белой. Редко, когда одеваем темные майки, это Олег только Мартинес. Если у вражеской команды и светлая форма, и она слабо отличается от белой, тогда только я одеваю черные майки. Ну что, навес тут напрашивается. Ну! Ха, решили не делать свободный удар от ворот. Ай-яй-яй-яй! Какой момент был, какой момент, но... Мяч покинул пределы поля, аут.
Диего Коста у них тоже так же, как и у нас. Только Foot Squad Battles такое может быть. В сказке и Foot Squad Battles. Можно, кстати, здесь создать команду мечты, где будет играть Марадона, Пеле. Оу. С такой грубой игрой можно и желтую получить. Да, запросто. Не маши руками, не маши. И это тебе не вольная борьба. Так, а мы, ребята, выпустим на поле Дизерса, который крайне скоростной мужчина. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Все правильно. Опасно подать штрафную именно отсюда. Хави Мартинес. Ох ты! Сало пробил кому-то нормально так. Там чуть кожа не отстряла от костей. Защитники успевают вернуться к своим воротам, и можно констатировать, что... О, топят, душат нас, душат. Грималда накрывает, спасает ворота почти, но не получается у него. Защитник на месте. Все, отлично, отбили атаку. Теперь можно самим наступать. Диего Коста. Видаль. Андер Эррера. Хорошая игра в пас. Тащит вперед мяч. Не самое лучшее решение. Испортило оно такую интересную атаку. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Андер Эррера. Андер Эррера уже... Скоро он от усталости сознания потеряет, этот Андер Эррера. А счет все еще так и не открыт. Эх, наши мутные профики, что ж вы так ленитесь бегать по полю? Ну пешком ходить нельзя, ребята! Да что ж ты делаешь? Неужели сорвали? Сорвали. Кто сорвал? Или просто уставший был настолько, что уже не мог сильно поворотом пробить? Коста опять. Ну Косте нельзя бить. Отлично сыграно. Да, прекрасно, действительно. Тут уже не поспоришь, сыграли они. Будь здоров. Опять Коста, ну реабилитируйся ты уже наконец. Вот это спасение. Давайте повтор посмотрим. Пробил хорошо. Но вратарь на месте был. Уж и не знаю даже, шел ли мяч в ворота. Большой вопрос. Подавай, подавай, подавай. Ну что ты стал? И не туда подал, куда я хотел. Ну! Эй! И почти сразу мяч потерян. Не смогли из-под прессинга выйти они. Не смогли они мяч удержать. А основное время заканчивается через 3 минуты. Так, накрыли, накрыли. Вы ж меня не волнуйте, ребята. Вы что? Не надо так баловаться. Судя по всему, без добавочного времени нам вопросик этот решить не удастся. Только добавочное время покажет. Диего Коста сегодня вдоволь помочит обороне соперника. Любая передача или прострел в его зону сулят сопернику проблемы. Молодец, Зомер. Решил вовремя выйти с ворот. Кости хватает, чтобы отличиться. Есть момент, чтобы вырвать победу. Душин Тадич, свежий игрок, ну в принципе, но... Хорошо они атаковали, но поздно подкат сделал. Что-то носом водят нас так сильно, а? Когда ж мы уже включимся? Ребята, надо включаться, надо гол забивать. Основное время матча закончено, у нас ничья, и будет дополнительное время. Так, ну что, переходим к добавочному времени. Сейчас будут разводить французы. Из команды No Religion. Шикарный мопс у нас на эмблеме, согласитесь. Как говорят на Украине, мипс. Не мопс, а мипс. Дизерс!
Ой-ой-ой-ой, ну что же, судья, никуда не хочет смотреть, а? Так подцепили сильно Дизерса, и ничего абсолютно арбитр не предпринял. Наверное, купленный, проплаченный чувачок. Берет удар Зомер. Не удалось мяч вынести, надо обороняться, продолжать. Жоао Маутини. Маутини что-то тоже сегодня не было видно особо. Серия хороших передач, неплохо комбинирует команда. Но! Диего Коста! Мимо. Отличный момент, как здорово здесь он сыграл. Давайте посмотрим, может быть, все-таки вратарь дотронулся до мяча, и это будет угловой? Да, действительно. Действительно, это угловой. Ах ты ж, мать твою, надо было, может, вешать, хоть раз попробовать навесить. Я просто обычно угловые разыгрываю, не пользуюсь навесом. Игра в пас, одна из его. Да что ж ты делаешь-то, а? Коста, бедный Диего Коста, уставший наш мопс. Лукас Перес вообще скоро сердце станет, но. Очень надежно, выбит мяч. Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха, Видаль, какая возможность была просрана просто бездарно. Душан Тадич опять тащит мяч к воротам Франции. Плохо сыграно в обороне. Нужно выходить вперед. Бей! Ну что вы делаете? Не получился у него этот удар. Удар от ворот, по-моему. Да. Трудно было мяч с лёта в касание поймать. Хотя если... Вот такая срезка вместо удара. Если бы не дотронулся, то был бы угловой. Не дам тебе пройти. Не дам. Буду подкаты делать. Буду делать подкаты, буду цеплять. Но! Опасно! Я думал, он подняться не успеет. Вы видите? Тут явно заслуга Зомера. Ну что, переходим ко второму добавочному времени. По-прежнему счет на табло ничейный, ребята. Я удивляюсь. Такое очень-очень редко было. Уж 0-0 точно не было. 1-1 было, 2-2, даже 3-3. Ну так, чтобы 0-0, да еще и ко второму добавочному периоду. Это уже, конечно, что-то интересное. Без мяча остаются они. Диего Коста. Эй, ну что творится? Что творится в центре поля? И арбитр просто закрывает глаза на этот беспредел. Мама родная, что происходит, а? Марк Ут классную передачу вперед сделал. Такой заброс, из которого можно выжать что-то интересненькое. После рикошета мяч уходит в аут. Мама, Лиза! На дальничок решил отдать. Не к воротам, а решили они немножко тактическую какую-то схему вымутить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как было у нас опасно сейчас возле ворот. Продолжают атаковать они. Ну, неужели так бездарно мы сдадимся? Ребята, нельзя, нельзя. 5 минут еще осталось командам провести на поле. Да пошел ты. Какой техничный был подкат, да? Отлично сыгран, очень вовремя защитник мяч вынес. Ходит мяч у них. Хорошо, свободный удар от ворот. Ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Мы смотрим на последние 3 минуты игры. Лукас Перес. Душан Тадич. И что дальше тут будет? А дальше тут будет то же, что и всегда. Удар мимо ворот. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. Как они меня достали, ребята. Я вам честно признаюсь. Ни сами не играют, ни мне не дают играть. Такие вязкие, как кисель. Нет, не дошел этот пас до адреса.
Ну вот и все. Серия пенальти сейчас покажет нам, выиграем мы или проиграем. Не люблю я серии послематчевых пенальти, потому что что на воротах мне не нравится стоять, что бить я не люблю. Вот так вот, да? Старается он максимально спокойно к пенальти подойти. Так, ну давайте куда-нибудь вот сюда, наверное, попытаемся пробить. О, хорошо. Отлично. Ай, мимо ворот, мамуля. Мне кажется, он хотел попасть в угол. Но желаемые действительно, они очень часто разные. Ух ты ж, мать твою, какая реакция у вратаря. Удар и гол. Сейчас надо забивать, забивать обязательно. В обязательном порядке. Отлично. И готовится пробить с точки сейчас он. А ведь... Ой, хорошо, ну взял же почти, взял. Как так, а? Как же так, а? И готовится к пенальти сейчас он. И реализует... Отлично. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Хорошо, Зомер, молодец. Зомер, простите. И у них Зомер, и у нас Зомер. Ох уж эта магия Food Squad Battles. Я вот все мечтаю собрать команду, в которой будет играть одновременно Пеле и Марадона. Отлично, ребята, мы выиграли этот матч. Номер один. Речица, 1938. Действительно, в Беларуси есть такой город, Гомельской области, город Речица, это мой родной город, где я родился, и там есть футбольная команда, но называется она не Речица, а Спутник, но я вот назвал в честь своего города команду. Всех поздравляю я, ребята, с победой, это был YouTube-канал Butterbean, и... Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны. И, конечно же, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. И радуюсь.